Юбилейный фестиваль Омской региональной лиги КВН собрал на сцене молодежного центра «Химик» 27 команд. Несмотря на то, что старт сезона – это не столько соревнование, сколько разминка и встреча друзей, шутки каждого из коллективов должны были быть на высоте. Ведь именно здесь идет борьба за путевки в региональную лигу. Лига наша региональная Омская, она процветает с каждым годом, потому что такое количество команд, ну как бы не во всех лигах есть. И я как человек, который езжу в другие лиги, я смотрю, что там 15 команд на фестивалях, 10 где-то выступают. Ну, может быть, там более опытные, но все равно, то есть мы понимаем, с какими числами вообще сравнивать. И мне кажется, что этот фестиваль юбилейный будет, ну, праздничный не только для уже опытных команд, кто уже не в первый раз принимает в этом участие, а просто для людей, которые просто в первый раз сегодня даже познакомятся, что такое КВН. Заряд позитивных эмоций в этот вечер получили все собравшиеся в этом зале. И участники, и зрители. Это просто незабываемые эмоции, драйв, отдача зала, это прям нереально передать словами, просто затягивает. Но опять же, каждый из КВНщиков отмечает, что выступать и писать шутки – это не только смех и веселье, но и напряженная работа, бессонные ночи и несколько недель непрерывных мозговых штурмов. Быть КВНщиком – это много смеяться и много работать. Поехали! Например, знакомые лица. Соня, блин, перепотон, что-то с ним вышло. Да я слышала, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Ну так не через твой же. Тихо, ты. Уходи ты. А это как стрижка называется? Модельная. По итогам выступлений на фестивале в 15-й сезон Омской региональной лиги КВН вошли 18 команд. В составе лиги «Стартап» сыграют 8. Приглашаем всех на игры веселых и находчивых. Приходите в «Химик», вам будет смешно.